Привет, YouTube, привет, свежие подписчики. Давно не выпускал новых видосов, вот сейчас исправлюсь. Сегодня, в этот замечательный осенний день, мы едем с ребятами на Голубые озера. Ну а дальше как пойдет уже фишка. Так что смотрим. Как-то так. Начали пилить подъемчик с ребятами. Вот кто-то уже заехал наверх. Ярик решил вспомнить 450-ки четырехтактные, вот на КЛХ пытается заскочить. Михаил, расскажите, как вам дается горка? Горка и дается тяжело, все из-за того, что надо тренироваться, заниматься спортом. А кто все лето просидел на попе ровно, тому сейчас тяжело подъем брать. В общем, 104 градуса, пока ждем, пока остынет. Значит так, парни, резина для эндуро не должна быть мотокроссовой, поэтому имейте в виду. Больше чем наполовину уже затащили КЛХ, сейчас еще чуть-чуть и... И мы наверху, и поедем дальше смотреть красивые Голубые озера. Совсем не тормозит двухтактник коробкой, поэтому без задних тормозов ездить очень интересно.
подходит водичка еще. Давай еще, можно? Да. Ну, ребята решили немножко потренироваться. Мы доехали до конечной нашей цели, то есть это Голубые озера, как вы видите. И погода отличная, настроение отличное. Всем рекомендую эндуро. Ребята, катайтесь, тренируйтесь и берегите себя.